У меня кто-то был еще тоже из блатных, хотел сказать опять-таки. Вот он, из Слупян. Вот ты, Слупян, будешь сидеть в Гданьске. Это хороший регион, развивай его. И обратите внимание, то есть все грамотно. Мой домен, хотя я говорю в терминах феодализма, а тут у нас племенное еще, по сути. Но уже у нас на стадии разложения племено, у нас уже близко к феодализму. У нас получается вот оно как обстоит дело. То есть у нас домен мой, он больше, чем все феоды моих вассалов, потому что... А я не хочу, знаете ли, отхватывать от них. Тут, кстати, Пруссия вон какая сочная рядом. Оно входит уже в Литву, так что оно нам не...